уже принимали что-нибудь противопсихическое? Нет у меня психоза. Я сказал, психоз у меня есть, но это доказало, что у меня его нет. Лекарство нужно — это деперсонализация. Побочные эффекты знаете? Мне сказали, бояться не стоит. Неточные изображения, запоры, насморк, слюноводеление, проблемы при мочеиспускании. Поздняя дискинезия. Подрагивание лицевых мышц. Твою мать! Альтернативы не было. Отрешенность или неотвратимое подрагивание лица.